Вступительная кампания 2017 в самом разгаре. На днях выпускникам окружных школ выдали аттестаты о среднем общем образовании. И теперь им предстоит выбрать учебное заведение, где они продолжат обучение. Традиционно в этот период в Нарьян-Мар приезжают приемные комиссии ведущих вузов из соседних регионов. Какие специальности они предлагают выпускникам Ненецкого округа, узнаем сегодня в студии. Это актуальное интервью. И сегодня у нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Ухтинского государственного технического университета Сергей Дубиковский. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Добрый день. За время работы приемной комиссии сколько уже поступило заявлений и на какие специальности? Приемная кампания этого года началась с 15 июня. У нас в ВУЗе мы приняли уже более 1000 заявлений к этому моменту. Вот, всего их обычно бывает в районе 10-12 тысяч до начала августа. К нам поступают на сегодняшний день ребята со всего мира. Но львиную долю составляют, конечно же, выпускники из Северо-Западного федерального округа. Вот. Я волею судеб приехал сейчас на выездную приемную кампанию на Нарьян-Мар. Мне очень нравится сюда приезжать, потому что в последнее время, когда... Знаете, какой самый страшный вопрос мне задают абитуриенты? Какой? Какой? Найдем ли мы работу? Нет, нет, не этот. Куда я поступлю с такими баллами? Понимаете, то есть для ребят становится очень часто вот эта лотерея с единым государственным экзаменом, она становится для них, что они выбирают не профессию по душе, а туда, куда они могут поступить с этим набором баллов. И найти мотивированных ребят, понимающих, желающих учиться, все сложнее. Поэтому я, как ответственный секретарь приемной комиссии, вот езжу по городам и весям нашей страны, за рубеж, и говорю о том, что, какую профессию можно получить. И вот в чем выгодно отличается Нарьян-Мар, то, что это профессор, что это город геологов, город геологоразведчиков, нефтяников, где ребята, они уже в этой среде, они понимают, о чем идет речь, и поэтому мне здесь очень приятно, потому что таких вопросов вот в Нарьян-Маре мне ни разу не задавали. Здесь, наоборот, ребята приходят и говорят, я хочу поступить конкретно вот сюда, и больше уже с ними их не переубедишь. И это здорово, это хорошо. Но с какими вы приехали специальностями, какие предлагаете профессии? Ну, у нас ВУЗ реализует 20 направлений подготовки, то есть это более 100 профессий. Это все направления, связанные с топливно-энергетическим комплексом. В первую очередь, конечно же, это нефтегазовое дело, электроэнергетика, электротехника, строительство, землеустройство и кадастры, стандартизация и метрология и так далее. Но вместе с тем и сопровождающие эти профессии, это такие, как, например, экономика, менеджмент, реклама и связь с общественностью. Изюминкой нашего университета является сильнейшая кафедра архитектуры. Кстати, вот сегодня из Нарьян-Мара уже одна девочка подала туда заявление, и 3 числа она будет сдавать экзамен, она уже вот садится на паром, выезжает. Так что вот буду очень сильно за нее переживать и болеть. Очень интересные и востребованные специальности. А сколько бюджетных мест предлагается? Много ли их? Вот когда многие вузы жалуются на то, что у них количество мест уменьшается, у нас ежегодно количество бюджетных мест увеличивается. Это говорит о востребованности тех специальностей, которые готовит наш вуз, который, кстати, является опорным вузом «Газпрома», опорным вузом «Транснефти». Мы в теснейшем сотрудничестве с компанией «Лукойл», которая широко представлена здесь, в Нарьян-Маре, с компанией «Роснефть», с Роснефть-классом, которого в поселке Искатели у нас теснейшее содружество и сотрудничество. Ребята из этого класса каждый год приезжают к нам. И, кстати, вот сегодня из поселка Искатели тоже приезжали ребята, уже подавали к нам документы на поступление. Вот. И поэтому в этом году у нас 1500 бюджетных мест. И этого, в принципе, достаточно, чтобы принять выпускников не только из Республики Коми, но и из близлежащих регионов. Больше всего к нам приезжают ребята из Архангельской области. Это, в первую очередь, их южные районы, такие как Котлас, Коряжма. Вологодская область приезжает. Вот этот регион представлен сильнее всего. Но, допустим, уже сейчас, на сегодняшний день, у нас подано 2 заявления из Петропавловска-Камчатского, 8 заявлений из Нигерии, допустим, да, то есть ребята из Непала, из Анголы, из Сербии у нас уже подали заявление на обучение в этом году. Так что география очень широка,
и количество мест достаточно. А чем вы объясняете такую популярность вашего университета? Вот вроде бы город Ухта, население небольшое, городок где-то на севере находится. А вот почему все-таки студенты едут именно к вам? Понимаете, надо посмотреть на это немножко с другой стороны. Когда президент выступал, и, кстати, Наринмар поддержал эти выступления, говорил о том, что Россия будет прирастать Арктикой. И поэтому как раз Ухтинский университет с этой точки зрения находится не на периферии, а как раз на передовой. Мы единственный вуз, чьи ребята проходят практику непосредственно за полярным кругом, непосредственно в условиях Арктики. И это огромное преимущество при том выборе, когда компании берут потом наших выпускников. Трудоустройство наших выпускников приближается к 100% по бюджетным направлениям. Вот. Отсюда и та востребованность наших профессий. Мы являемся, как я уже говорил, опорным вузом «Газпрома» и «Транснефти». Они полностью фактически разбирают всех наших выпускников. То есть они заказчики кадров. Да, они для нас являются заказчиками кадров. Вот. Поэтому еще одним преимуществом, вот город небольшой, 120 тысяч жителей, да, и 15 тысяч студентов. Идешь по городу, кругом молодые, красивые, веселые лица. Очень много мест отдыха, спортивных сооружений. Допустим, у нашего вуза есть свой собственный бассейн, свой ледовый дворец, конно-спортивный комплекс и так далее. Поэтому мы спокойно принимаем и радушно ребят со всех регионов. Ну, допустим, у нас 13 общежитий. Это позволяет нам принять всех ребят. И даже ежегодно одно из общежитий мы закрываем на капитальный ремонт, чтобы подходить уже к европейским стандартам. И цены на проживание в общежитии у нас достаточно либеральные, от 200 до 400 рублей в месяц. То есть иногородние могут не снимать себе жилье, а жить в общежитии? Абсолютно, да. То есть это может быть их выбор. Кроме того, в нашем вузе сейчас развивается такое очень мощное инновационное направление, как бизнес-инкубатор и технопарк. То есть представьте себе семиэтажное здание, в котором ребята, будучи студентами, уже открывают свое собственное дело, и они свои идеи, бизнес-идеи, уже реализуют в жизнь. Но на сегодняшний день там уже реализуется, пройдя все этапы регистрации, 50 бизнес-проектов, которые из них 28 являются уже на сегодняшний день успешными, они приносят прибыль. Так доход в месяц одного нашего второкурсника превышает 200 тысяч рублей. Вот. Он занимается пошивом индивидуальных чехлов, кожаных чехлов для телефонов. Вот. Есть ребята, которые готовят ребят к ЕГЭ по физике. Да, и их доход на сегодняшний день более 80 тысяч в месяц, ежемесячно. Вот. Их выпускники в этом году достаточно неплохо сдали физику и вот этих курсов. Вот. Есть и ребята, которые конкретно занимаются деятельностью в IT-технологиях, деятельностью, чьи изобретения в нефтегазовой отрасли находят свое применение. Но эти, понятно, что эти их проекты наукоемкие, и они так быстро, конечно же, принести свою прибыль не могут. Ну, чтобы не рассказывать, я вот хочу презентовать вам вот такой буклет. То есть мы раз в два года без всякой рекламы просто фотографируем аудитории нашего университета. Вот в этом году добавился сюда только что введенный бизнес-инкубатор и добавлен полигон, который, представьте, внутри Ухты находится полигон, где ребята могут увидеть, как вышка добывает нефть, как эта нефть транспортируется, как она потом перерабатывается, и как на входе потом машина подъезжает и заправляется бензином. То есть все, кто видели этот полигон, они понимают, что аналогов его как бы даже в России не так уж и много. Вот, поэтому возьмите, как всегда, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, но еще лучше, конечно же, приезжайте к нам в Ухту. Спасибо. Будем показывать абитуриентам, которые, может быть, надумают поступать в Ухтинский государственный технический университет. Ну и при такой мощной технической базе, наверное, должен быть соответствующий преподавательский состав. Да, вы совершенно правы. Исходя из того, что наши преподаватели постоянно участвуют в грантовых разработках наших ведущих организаций нефтегазового комплекса, эта грантовая поддержка и позволяет им проходить стажировку в ведущих университетах мира. В первую очередь, это авторитетах в горной отрасли, в нефтегазовой отрасли. Это Германия, Канада, Соединенные Штаты Америки. Несмотря на санкции,
общее дело развития, оно как бы не, абсолютно не мешает. И то, что ребята, выпускники нашего вуза уже в течение 2 лет подряд являются победителями международного конкурса молодых ученых нефтегазовой отрасли, прошлогодний проходил в Хьюстоне, в этом году в Дубае, ребята 2 раза приехали с первым местом с золотыми медалями, из-за этого ведущие преподаватели мира приезжают к нам и читают лекции для наших ребят на английском языке. Ну вот, чтобы было вам, допустим, к слову, могу сказать, что иностранный язык у нас преподают американки. То есть мы заключаем договора, они приезжают, и как раз для ребят, которые работают, будут в нефтегазовой сфере, они с ними занимаются. Уроки проходят, конечно же, совершенно не похожие на наши классические. Они проходят в магазинах, они проходят на улицах, в парках. То есть они учатся живому, вот прямо на территории бизнес-инкубатора или полигона. Они учатся вот этому живому общению, которое позволяет ребятам затем сдать на международный сертификат и по окончании нашего вуза работать за рубежом. Ну вот, да не обидятся наши компании и партнеры, но сейчас уже треть, наверное, наших выпускников уезжает работать за рубеж, в зарубежные компании. То есть в Финляндию, в Швецию, в Сербию. Недавно приезжала делегация из Венесуэлы, вот казалось бы, там смешно, а это организация, в этой стране третья по масштабам залежи нефти и газа. И если раньше Соединенные Штаты Америки не давали национальной промышленности развития, то теперь, когда немножко ситуация изменилась, они готовы разрабатывать собственные полезные ископаемые, у них не хватает кадров. И поэтому они говорят: ребята, вот учите испанский, и у вас будет такая зарплата, которая не снилась у нас в России. Вот. Так что вот уже на сегодняшний день английского языка становится недостаточно, и мы всерьез подумаем о том, чтобы вводить еще специально курсы испанского языка. Но после такой презентации, я думаю, наши телезрители уже, особенно выпускники, уже захотели поступить в Ухтинский университет. А какое вы обучение предлагаете? Очное, заочное, дистанционное? Какие формы? Я приезжаю на Ринмар уже 3-й раз. То есть первый раз я приезжал на ярмарку профессии, 2-й раз я приезжал на Олимпиаду, которую проводит университет совместно с «Газпромом», «Газпром-Олимпиада», и в ней ребята из Наримара принимали участие. И в первую очередь, конечно же, мы взаимодействуем с 2 колледжами, это с аграрно-экономическим и социально-гуманитарным, потому что выпускники этих колледжей уже получили первичные навыки, они уже получили рабочую профессию, и теперь они понимают, хотят ли они продолжать ее. То есть вот это самая замотивированная часть выпускников. Вот. Поэтому мы вот им предлагаем, конечно же, обучение на бюджете, очно или заочно. У нас есть обучение и дистанционное, у нас есть обучение и очное, заочное, платное. Вот. То есть все формы обучения, на которые сегодняшний день есть, они у нас присутствуют. Ежегодно мы набираем около 5000 студентов к себе на обучение. А магистратура, вот если повыше, да, да, конечно это... же, да, я просто как бы вот, можно же, это уже 2-й этап высшего образования, конечно же, по всем этим направлениям цепочка логически замыкается, у нас имеется магистратура, 2 года и приемная комиссия, также она проходит вот через меня, и аспирантура, где уже подготовка научных кадров, преподавателей высшей школы, это тоже все эти направления представлены в нашем вузе. Вот сейчас очень популярны целевые места. Вот у вас как с этим? Обучаете ли вы по целевым местам? Да, конечно, мы ведем обучение по целевым местам. В этом году к нам поступили заявки от Роснефти на целевые места. И как раз ребята, выпускники класса поселка Искатели, они будут поступать к нам и по этим по целевым местам. Вот «Газпром», «Транснефть», эти компании традиционно подают заявки, и ребята обучаются у нас по этим местам. Их будет около 100 человек. Это вот именно целевики? Да, целевики. Да. Для них достаточно пройти испытание единым государственным экзаменом на минимальные баллы и имея целевое направление. Им компании-партнеры обеспечивают практику, обеспечивают гарантированное трудоустройство, обеспечивают стипендии. А если в дальнейшем они будут заниматься еще и научной деятельностью, то тогда будет и грантовая поддержка. Ну вот в части грантовой поддержки, конечно же, мы очень большое значение уделяем именно научной составляющей в нашем вузе. Потому что
мы получили очень жесткий урок, когда введенные санкции в стране показали нам, что по большому счету у нас очень большие проблемы с собственными технологиями, собственной техникой, с кадрами именно инженерной направленности, именно инженерами, творцами, те люди, которые сами могут преобразовать а суровую землю Арктики. Действительно, чтобы добыть полезные ископаемые, надо иметь мощнейшие ресурсы, мощнейшую технику. И поэтому, благодаря компаниям-партнерам, у нас стипендия в нашем вузе, их грантовой поддержки, она очень весомая. Так стипендию можно получать в размерах до 250 000 рублей. Но это, наверное, не какая-то вот по результатам семестра, это вот именно... Это благодаря научной деятельности. То есть вот 15 тысяч студентов, стипендию 250 тысяч получают 34 человека. Это означает, что их изобретение запатентовано и внедрено в производство. Более 100 человек получают стипендии в 100 тысяч рублей. Это значит, что они сделали изобретение, которое патент получили, но еще только оно внедряется в производстве. А победители различных научных тем и грантов получают в дополнение к стипендиям от 25 до 50 тысяч рублей. А рядовая стипендия вот за успехи в обучении? Если... Рядовая стипендия от 3,5 до 5 тысяч рублей. То есть если ты просто хорошо учишься и не занимаешься научной деятельностью. Но при этом как бы, мы понимаем, что молодые годы — это не только наука, это не только зубрежка, но при этом все-таки это и возможность прожить интересно и свободно от учебы время. Поэтому в нашем вузе 40 различных спортивных направлений секций, то есть все боевые виды спорта, все игровые виды спорта. У нас своя собственная профессиональная хоккейная команда, профессиональная баскетбольная команда. И в прошлом году выпускник первой школы поступил, и он сейчас играет в этой команде, теперь основной его вид деятельности, за что преподаватели, конечно, его немного поругивают. Вот. Кроме того, у нас мощнейшее художественное эстетическое направление. Так, допустим, наша хип-хоп-команда United Beat является чемпионами мира, и в эту команду на сегодняшний день ходит более 500 человек. От их возрастное направление уже сейчас от 6 и до бесконечности лет. То есть там танцуют ребята уже и за 40. То есть реализовать себя можно не только в науке, но и в других направлениях. Да, в этих направлениях. И вот наши студенты, закончив, допустим, направление бурения, а потом находятся в танцах и являются хореографами в нашем же вузе. То есть вуз давно превратился в огромную, большую, дружную семью, которая на сегодняшний день, не побоюсь этого слова, стала градообразующим предприятием для города Ухта. Здорово. А вот вы говорили про минимальные баллы. Вот по сравнению с другими вузами Северо-Запада, насколько они отличаются? И вот что является основным вот, в установке этих минимумов? Ну, минимальный балл устанавливает Рособорнадзор, ниже которых принимать ребят не допускается. Да? То есть здесь для нас самое главное, чтобы ребята после школы сдавали ЕГЭ именно профильную математику и физику. Да? Там минимальные являются 27 и 36 баллов. Вот. Большое количество мест позволит им даже с небольшими баллами найти себя либо на заочном обучении, либо на очном, на бюджете, ну, в крайнем случае, на платном обучении. При этом здесь есть очень большой воспитательный момент, что, может быть, если раньше думал, что а зачем мне учиться, да, то вот закончив первый курс на четверке-пятерке, переводится автоматически на бюджетное обучение. То есть вот это тоже как бы смысл, что человек может познать себя и свои способности, и понять, что вот обучение-то оно для меня надо, отучившись год платно, потом перейти на бюджет. Ну вот а если смотреть по количеству мест платное и бесплатное, то как они соотносятся? Ну вот 1500 бюджетных мест и где-то 3-3500 еще платно набирают. Понятно, что большая часть платных – это заочно взрослые люди, которые уже давно работают, им необходимо получать образование по требованиям своих работодателей. Ну а понятно, что сдать ЕГЭ для них уже является очень как бы, большой сложностью. Поэтому они вот идут на платную. Молодежь, конечно же, в основном обучается бесплатно.
Вот не могу не отметить, что сейчас вот у нас в России год экологии, и наверняка университет предлагает обучение по этому направлению. Вот расскажите о нем подробнее. Вот вы прямо как вскрыли один из самых главных моментов, почему я приехал в Нарьян-Мар, потому что как раз Ненецкий аграрно-экономический техникум, он готовит группу экологов, ребят, которые показывают прекрасные знания. Уже несколько лет подряд они поступают к нам, и в группах по экологии они являются фактически лидерами. Очень хорошо себя вот, зарекомендовали. Поэтому в этот год я точно так же приехал. И завтра вот, буду принимать документы как раз у ребят аграрно-экономического техникума, группы экологии. Также уже около 8 человек изъявили желание обучаться у нас. Поступившие в прошлом году являются, они уже выступали на международных соревнованиях, защищали честь нашего вуза, писали проекты по защите Ненецкой тундры, по защите нашей общей реки Печоры. Вот. И хочу сказать, что вот на сегодняшний день у нас уже даже есть два собственных преподавателя, кандидата наук, которые один выпускник школы поселка Искателей, другой из самого Нарьян-Мара. То есть вот так Нарьян-Мар уже вкладывает и в научный потенциал, и это будущее нашего университета. То есть они закончили ваш университет и остались преподавательском да, составе? Да, закончили магистратуру, закончили аспирантуру, потом написали диссертации, защитились. И вот сейчас два молодых кандидата наук. Один на механике нефтегазовых комплексов, другой на разработке нефтегазовых месторождений являются нашими как раз ведущими, самыми перспективными молодыми учеными. Ну вот а те, кто закончили, они устроились также на месторождение и там работают? Да, в сфере экологии. У нас ежегодно происходит, вот как здесь ярмарка профессий, у нас на выпуске ярмарка вакансий, где приезжают все дочерние предприятия «Газпрома», их 25, да, где приезжают все дочерние предприятия «Роснефти», «Транснефти», приезжают зарубежные компании, такие как «Тоталь», «Шлюмберже», вот, и они как бы, ребята разносят свои резюме, и их разбирают как пирожки. Ну, понятно, что, допустим, большие очереди всегда «Газпром Краснодар», «Газпром Москва», то есть работать в Сочи, в тепле, как бы многим ребятам кажется, может быть, лучше. Вот. Но практика показывает, что самые большие перспективы в дальнейшем и карьерном росте, и, что немаловажно, и в хорошей зарплате, это как раз у тех ребят, которые идут и едут работать на промыслы именно севера. Вот сюда, в «Газпром Трансгаз Ухта», в «Газпром Надым», в «Газпром Уренгой», в «Газпром Сахалин». Вот, на сегодняшний день это одно из самых перспективных направлений, откуда ребята приезжают просто совершенно другим взглядом на мир. Вот, они понимают, насколько здесь все маленькое по сравнению с огромными просторами и ресурсами Тихого океана. Но вы еще здесь будете до 2 июля. У ребят есть возможность принести документы. Вот что входит в пакет документов, что необходимо нести в первую очередь? На сегодняшний день процедура приема документов крайне упрощена. То есть от ребят требуется только прийти с паспортом и с документом образования. И они пишут заявление, и фактически как бы, для них остается теперь только отслеживать информацию на сайте о своем поступлении, да, они узнают. Они могут подать на три направления подготовки и потом отслеживать, выбрать для себя то направление, которое для них будет самое близкое. Сегодня я вот отработал в социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского, завтра в аграрно-экономическом техникуме в Ненецком, и потом я буду работать до конца недели в Центре развития образования на Ваучейского, 25. Но вы принимаете не только от выпускников нынешних лет, но и прошлых. Ну, да, от выпускников. Я с собой привез, ну, это вот только часть буклеты, где все направления, вот такие они. Самые интересные, популярные, востребованные. Да, раскладываешь. То есть, ну, здесь нужна инженерная мысль, как правильно его открыть и почитать. Вот. И где все направления представлены, я даю рекомендации, как раз какое направление выбрать, какое сделать для себя определяющим, какое взять для подстраховки. То есть, в принципе, практически всю информацию, связанную с приемной кампанией, я даю. Ну и при этом, как бы, я уже сросся, наверное, с Нарьян-Маром уже в течение ряда лет, являюсь, как бы,
таким человеком, который передает посылки для студентов из Наринмара. Вот ребята опять ко мне вчера прибегали, те, кто учатся на первом-втором курсе, передавали приветы, передавали какие-то там мелочи для тех ребят, кто будет поступать в этом году. Так что вот у нас вот такая теснейшая связь образовалась. А вот интересно, сколько ребят из Наринмара у вас в университете обучаются? На сегодняшний день в масштабах вуза, конечно же, их немного, около 100 человек. Вот, это и очное, и заочное обучение. Вот. Учеников у нас 34 учеников. Вот. Но они вот, очень дружные, очень, их вот сразу видно, они как-то вот, вот друг за друга горой, такие всегда веселые, позитивные, потому что Ухта для них это вот юг. Я приехал, у нас было плюс 22, вот вам частичку тепла, видите, сегодня у вас потеплело, это, наверное, я привез. Вот. Поэтому они всегда отличаются вот этим вот задором, позитивом, оптимизмом. Хорошие ребята. Спасибо, Сергей Юрьевич, что пришли к нам в гости и подробно рассказали о специальностях, на которые обучает ваш университет. Я напомню, сегодня у нас в гостях был ответственный секретарь приемной комиссии Ухтинского государственного технического университета Сергей Дубяковский. Это актуальное интервью. До встречи.